Вот сейчас я снимаю на наш фотоаппарат мыльницу Sony. Кабершот. Не знаю, как это правильно произносится. То ли кабершот, то ли сайбершот. Наверное, кабершот. Это обычная мыльница. Я потом вам на телефон сниму, как она выглядит. Она очень маленькая. Вот. Чем ее прелесть? То, что она... Такой функции ее можно окунать в воду морскую, бассейн, куда вам захочется. От ней ничего не будет. Ее не нужно одевать никакой чехол. Ничего. Вот смотрите, я спокойно иду в море. И ничего не боюсь. Знаю, что ему ничего не будет. Обычная мыльница. Вот так она снимает. Смотрите. Вот бабушка у нас. Сейчас я поближе подойду к ребятам. Смотрите. Привет, мама. Привет, Колечка, любимая. И Кусечка, привет. Покажи, как ты плаваешь. Ну-ка, покажи. Вот прекрасный фотоаппарат, в том плане, что его можно окунать, ничего не бояться, что с ним ничего не будет. Я его покупала лет 5 назад по интернету. Его уже не выпускают. Я купила остатки. Только нашла черного цвета, других уже нет. Вот не знаю. И только сейчас, спустя 5 лет, я увидела, что он вообще японский. Собирали его в Японии, что сейчас вообще большая редкость. Серьезно? Ничего, сим-карты не случится. Баба, да. Смотри. Алиша, иди сюда, давай снимемся с бабушкой. О, как мы сейчас. А мы же это крутили запись, да? Да. Я ничего не вижу. Мама, баба, ну, должна быть красная запись. Да, вроде. Опа, мы предельно волна. Правда, сегодня не очень сильно волна. Какая-то пена пришла, да. Что было хорошее. В море. Сегодня пена какая-то. После шторма. Да, Валерий? Да. Нормально фотографирует, не супер качество, сейчас вам покажу фотографии, что мы делаем. Ну, зато в море можно снимать и не бояться за фотоаппарат. Так мы плаваем, волна. Смотри-ка, у нас поле получается. Да? Уже нет таких телефон. Девчонки, мальчишки. Ку-ку. Вон идет волна. Я на поле сижу. Опа. Я на поле сижу, прикольно. После шторма вода немножко какой-то пены. Оля, давай. Мы так рады, что мы можем плавать, потому что когда был шторм, мы скучали по морю. Баба! Два дня не купались, потому что два дня был шторм. И сегодня мы опять можем поплавать. Опа! Вот я его сейчас попущу. Воду, ему ничего не будет. Вот ему ничего не будет. Потом я вам покажу. Просто мне неудобно одной рукой это делать. Прикольно. Так выглядит мой фотоаппарат. Я им пользуюсь только, когда я хочу снять воду. Именно в воде. Так я не пользуюсь так обычным фотоаппаратом. Вот так он. У него здесь вот так вот. Оп.
И все, видите? Вот так он открывается. И может работать. Его можно мочить, ему ничего не будет за это. Может его мочить. Вот я сейчас сниму. Нажму запись. Вот, все, пошла запись. Вот такой сильный солнце, ничего не видно. Вот я его сейчас опущу в воду, ему ничего не будет. Смотрите. Опа. И вот ему ничего не будет. Потом я вам покажу, что он там снял. Просто мне неудобно одной рукой это делать. Прикольно. Сейчас мы дадим Никуше фотоаппарат. Давай, залезай в водичку. Попробуем его под водой. Она у нас любит нырять. Вот Никочка у нас сейчас попробует проплыть с фотоаппаратом. На, зайчик, одевай. Все удобно? Не нажимай только ничего. Все, плыви. Опущу и сниму, как ты плывешь. Давай, Никочка, плыви, я тебя сейчас сниму. Давай. Мы с Никушей. Давай, иди сюда. По-моему, здорово, да, Зай? Молодец. Правда, Зай, твои очки одеть. Вот малая одевает очки. Они маленькие, это не кушаны. А конечно же. Ну. Тихо, мне кислорода не хватает. Мне сережка в носу мешает заткнуть нос. Золотичка, потому что мы... Ю-ху! 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 Мама! Мама, что... Попа поднимает, ты тормозишь нас! Нет, я вообще-то поднимаю. Я!